Сегодня в России отмечается День физкультурника. Своим профессиональным праздником этот день считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители. Во многих городах и районах проходят всевозможные спортивные мероприятия и праздники, не исключение и наш район. С утра во дворе ДЮСШ было многолюдно. Все спортсмены района от мала до велика собрались, чтобы отметить праздник, посвященный Дню физкультурника. Хочется отметить, что к этому дню было приурочено и еще одно немаловажное событие. Это юбилей заслуженного футболиста, кумира всех болельщиков прошлых времен Рамазана Хаджибичировича Казарова. Дорогие друзья, в первую очередь хочу поздравить всех присутствующих, и маленьких, и взрослых, с праздником, с Днем физкультурника. По традиции она отмечается каждую субботу, вторую субботу августа. Символически совпало, что в сегодняшний праздник, значит, мы отмечаем 70-летие нашего, можно сказать, великого футболиста, шахматиста Рамазана Хаджибачировича Казарова. В честь него, значит, проводится в Кашхабле турнир, посвященный его юбилею среди команд детско-спортивной, юношеской спортивной школы. Сегодня у нас 6 команд присутствует. Жеребьевка уже проведена, 2 группы, по 3 команды. Несколько слов я хочу сказать о юбиляре. У каждого из вас, из нас есть любимые команды. Кроме этого, есть еще любимые игроки. Раньше это были Пеле и Себио. Сейчас вот у вас Месси, Криштиану Роналду. У нас в свое время вот таким кумиром был Рамазан Хаджибачирович Казаров. Люди приходили на него смотреть, не только на свою команду. Спрашивали, сегодня Казаров играет? Не играет? Интересовались. Вот всем вам желаю вот такими кумирами, как они быть. Чтобы на вас люди ходили, болельщики ходили. Сегодня здесь присутствует команда, с которой Рамазан Хаджибачирович в 70-м году стал чемпионом области. Это было большое достижение. Это Хамирзов, вот капитан старший был, с ними играл. Сейчас я хочу слово предоставить, значит, коллеги. Аслан, Аслан, но был день физкультурника, действительно, Аслан Зарифи Амаду, и 70-летие Динабжагу Рамазан Тефау Шидши, поздравить с праздником, что поздравить за Джерфезолшим. Чтобы Рамазан Зарифи Амаду, майкопская команда дружбам хату джагуа, футбол, любой вид спорта, чё техагу, то чё плагону джагуду шута, в жизни, и дана корреспондент сильну джагуду хатху шута, спортом чё хатху, мудрем чё хатху. 70 лет, но бэ махри, духохохо, мшалхов, мстам духохохо джагуду, нарабхабжига, дирайонер, бхайну, Республика Рвайну, джагода футболист, да горка хочу на фуатлау, но бы пусть победит сильнейший швам, за джерми стараться в сумасом фуатлаури, тепсов фатхаш, давайте голову. Хочу слово предоставить Джасежу Васлану. Ну, прежде всего, дорогие дети, да и все гости, поздравляю вас с Днем физкультурника. Но еще не менее значим юбилей Рамазана Казарова, потому что он очень большой вклад в спортивную жизнь района внес. Мало того, что сам добивался всего, он еще на страницах газеты освещал, а потом, ну, к сожалению, в районе ему расти дальше некуда было, он уехал, рос, он сейчас зам генерального директора спортивного центра России. Поэтому в честь него сегодня, ребята, вы собрались поиграть, показать свое мастерство, и я думаю, что вы вырастет достойная смена этого очень хорошего человека, очень большого спортсмена и вообще очень хорошего человека. В честь этого события был организован турнир по мини-футболу, в котором приняли участие 6 команд из аула Вигерухай, Ходс, Бличепсин и 3 команды из аула Кашихабль. Естественно, как и в любом другом турнире, были учреждены призы. Команды, занявшие первые места, получают кубок, мяч, 5000 от семьи, от близких
юбиляра. За первое место 5000, за второе место 3000, за третье 2000. По мячу. Кроме этого, медали, вымпелы каждой команде. Также в этот день присутствующие могли посоревноваться в таких видах спорта, как дартс, шахматы, шашки, настольный теннис. В этих мероприятиях активное участие приняли и сотрудники межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский. Сегодня отмечается Всероссийский день физкультурника. Для этого также и ОВД приняли участие, межмуниципальный отдел, в данном мероприятии. Всего присутствует у нас 8 сотрудников, которые прибыли для участия. Также они принимают, вот сейчас можно посмотреть, в теннис у нас играют сотрудники. Также задействованы в шахматах сотрудники, в дартс будут принимать участие. Поэтому неотъемлемая часть для проведения этих мероприятий. Также мы принимаем активное участие в этих проведения в этих соревнованиях. Управление по физической культуре и спорту района выражает огромную благодарность руководству Кашхабльского района за оказанную материальную помощь в подготовке спортивного мероприятия.